Затоплены дома, школы и дороги. В Ахтынском районе сильные ливни, град и сели нанесли огромный ущерб. Его сумму еще предстоит определить. На данный момент известно, что затоплено 16 домов. Кроме того, селевым потоком повреждены две автодороги. Это участок Ахты-Курукал-Хнов и Магарамкент-Ахты-Рутул. Сейчас там проводят расчистку. Как сообщает пресс-служба района, на ликвидацию последствий стихии брошены все силы у ЖКХ муниципалитета. Привлечена необходимая техника.